допремьерный показ отряда самоубийц вместе с Комиконом. Будет, короче, толпа людей. И мы почти всем офисом туда идем, будет интересно. Привет. Привет. Давай, я тебе скажу, ты наш первый гость. Я на Блоздром. Привет. Торжественно, первый гость. Я уже всех напряг, и все пошли меня доставать. Да, первый человек. Это люди, которые даже Уилл Смиту советовали, как снимать фильм. Не то, чтобы организовать этот Комик-Кон. Круто. Сейчас у нас припрется целая куча. Будет крутое время. Будет крутое время? Будет, конечно. Хорошо, пошли. А всех очень сильно волновал вопрос звука. Как вы собираетесь здесь сделать... Ух, нифига себе. Алло? Ух, нифига себе. Самый большой экран, мобильный экран в Украине на данный момент. Это все одно, один кусок? Да, это все будет цельный экран, все будет демонстрироваться на этом экране. Сегодня мы тестировали фильм, и звук вышел очень классным. Ну, завесили как могли, конечно. Это еще не все. Перед показом фильма все схлопнется, и будет очень темно. А, будет... типа, еще шторы какие-то будут? Да-да-да, на дополнительные окна все закроется, и будет действительно классное, яркое изображение. Зацените, какое гигантическое кино будет сегодня. Да, это даже для... Михаил Кубаном сидит и подказывает. Я хочу вот этот плакат потом. Домой. Я домой. Я на дом повешу вот этот плакат. Я с балкона вывешу вот это. Сейчас, короче, какой у нас распорядок? Значит, будет две лекции, показ мультика какого-то. Да, Batman The King. А сколько он длится? Типа полнометражный? Полнометражный мультик. Тоже на этом экране? Да. На английском. Причем эксклюзивно вообще в Европе, потому что никто его больше показывать не будет. А он потом в кино не пойдет? Нет, он в кино не будет и не пойдет. Чувствуете, как я моя эксклюзивность, она просто растет на глазах. Да, сегодня ты будешь первым. Ты вообще первый гость, который зашел с ленточкой. Да, я. Видите? Все сила Ютуба. Сила кедра. Сила кедра, да. Сколько посадочных мест здесь? 1800 приблизительно. То есть вообще такого кинотеатра, по-моему, не существует? Вообще не существует. Это мобильный кинотеатр. Нам удалось совместно с Киноманией и нашим организатором Комик-Коном организовать это все. Круто, круто. Надеюсь, фильм. Кстати, ты знаешь, что фильм получил очень-очень плохие отзывы на Rotten Tomatoes, да. Чего так? К сожалению, иногда критики оценивают... Не занесли? Да, не занесли, так сказать. А, ну мне кажется, не трушно, когда, знаешь, там же можно врубить котик, поискать. Джокер, серебряный клуб. Я первый раз на таком мероприятии, очень-очень в восторге. У меня огромное ожидание от этого кино. Я прям вот так делаю. Это постеры. Офигеть. Я, наверное, по количеству просмотров трейлера поставил свой личный рекорд. Где-то тупо больше 40 раз я смотрел этот трейлер. За все время, как он появился. Сразу первый, как он в день, когда он появился, я где-то 10 раз его подряд посмотрел. И потом, чтобы не забывать, снова смотрел и смотрел. Поэтому у меня огромное ожидание от этого кинца. Так, плакатики я кину в машину. Что пришел? Нас мало, но мы без сильняшек. Сейчас началась лекция некого Рафаэля Кариона Ариаса. Графичные новеллы — это блокбастеры. Начало конца или конец начала. Или... Да. Вот там происходит лекция. В общем, очень задротское мероприятие, очень комиконовское. Поэтому такие лекции — это нормально. Приехали мы, зайчики. Бегите же ко мне в объятия. Не, лучше не надо, Богдан. Я этого не хочу, Богдан. Да, там началась лекция.
только сейчас началось? Да, к сожалению, только сейчас началось, потому что было большое опоздание. Сём. Серега, здорово. Ну ладно, давай. Сёма, скажи, вот скажи мне главную тему. Смотри, на премьеру Star Trek я ходил в футболке «Звездных войн». Да. Сейчас я пришел с капитаном. То есть у тебя сложности, да? Я типа? Это норм, я так считаю. Сложности с определением стороны силы. Тунеядцы, бездельники. Самые работающие. Алина, это Сёма, Сёма это? Привет, очень приятно. Это вот Рома. Тунеядцы с работы приехали. Так, там уже началась лекция, идемте, я вас проведу. А Богдана лучше проверьте, да. Лучше вот этого, я бы ему не доверял. А, ладно, так быстро. Сейчас начали показывать «Бэтмен. Убывчий жар», но везде по залу ходят такие волонтеры антипиратской ассоциации какой-то. Если ты начинаешь хотя бы телефон направлять на экран, начинают тебя битами бить. Если серьезно, то мультик на английском языке, который нигде больше не покажут, только здесь, в Украине, и потом в кинотеатрах тоже не будут показывать. И все смотрят очень внимательно. И мне на самом деле тоже очень нравится. Я очень много мультиков DC-шных, Marvel-овских пересмотрел. Пол мероприятия прошло, только что посмотрели мультик. Было эпично. Экшена много, и особенно окончание крутое, без спойлеров. Но Бэтмен, убывчий жар, или как на русском, наверное, Бэтмен, убивающий юмор. Смертельная шутка. О, я уже придумал. Организаторами мероприятия является Комик-кон украинский, Планета кино, наши классные друзья, самый крутой кинотеатр в Украине, только туда и хожу. И еще Киномания, это официальный дистрибьютор Warner Brothers в Украине. Спасибо большое, что пригласили. Кстати, напишите, нравятся ли вам такие вот отчетики. Я сегодня не планировал ничего снимать, но решил попробовать. Ну еще, как ты думаешь? Да, я ожидал намного большего. Комиксы, они расчлененку более... ожидал, небось? Нет, не расчлененку. Я больше ожидал именно по комиксу. Они очень много Warner Brothers от себятины добавили. И вот концовка, когда Бэтмен с Джокером смеются вместе. Это комиксы, она... Ну, просто в комиксе она намного больше ты ощущаешь. Ну, а в фильме обозрел. Они так показали, ты так смотришь, типа, и... Может быть, просто были завышены ожидания. Да, просто да. Здрасте. Здрасте. Приперся? Конечно. Чё сам? Моя подружка Сережа Ярочевский еще занят. Но он придет? Конечно. Вроде. Круто. Солнце оттуда. Идем, билет тебе получим, пока все курят. Получим мне билет. Все курят пока. Человек 6 уже. Нет, просто больше отдали 3 штуки. Ага. Вот, я не знаю, что. Зацените «Верх задротства». Лекция, где рассказывают про особенности характера Харли Квинн, чем она больна и так далее. На самом деле прикольная лекция перед тем, как смотреть потом фильм. Теперь я буду знать, насколько все плохо с этой бешеной. Я мультик видела половину, но меня сейчас смутило. Сёма говорит, что Харли Квинн больна. Нифига. Ой, было снимать котик. Не, вообще нет, ни разу нет. Потому что если смотреть предыдущие характеристики, драматизация, все дела, это обычная девушка. Да, да, в принципе. Да, просто импульсивно. Как-то стрёмно становится. Я вот так смотрю тупо комфортно прямо. А если бы я сидел ближе, то я бы вот так сидел. И шея бы тупо очень устала. Вот это качает, да? Да. А, то длинная? Нет, длинная это не наш. А там вот есть еще блогер. Блогер Наталья. Здорово. Что-то блог. Адидас. Давай 5. Я должен одобрить твой фэшн. Я должен... Блин, все, когда смотрят на мою камеру, тупо завидуют. Обычно пацаны завидуют. Обычно пацаны завидуют, тут и девчонки завидуют. Давай 5. Ты сволочь такая. Давай я тебе камеру, а ты мне свой топ. Давай. Мне он нравится. Нравится? Только не сейчас. Подожди, подожди. Нет, нет. Подожди, ну может, ты наберешь подписчиков мне? Я думаю, да. Блин. То есть без тебя я не наберу подписчиков, да? Ну смотри, смотри. Соня пробил. Я есть пахать на эту камеру, а не пробил. Это вас там можно, взял и пробил. Смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть.
Это все слишком загадочно для меня. Там, по-моему, были герои из разных вообще фильмов. И я не понял, почему они все вместе в одной постановке. Но это, наверное, норма. Рад, что вы пришли. Сейчас будет прямой эфир. Я готов смотреть кино. Я не понимаю, что происходит. Что происходит? Очень может быть, что будут люди ходить. Сдачу себе забирают? Не-не-не, со соточки давай. Инна. Инна. И подружка Карина. Мы с Каришей пришли в кино. Я не снял самого прикольного. Как все кричали, весь зал кричал Suicide Squad. Shame on me. Вот и конец кино. В общем, фильм эпичный, обязательно к просмотру в кинотеатре минимум 6 раз. Вам спасибо, что смотрели. Без спойлеров, подписывайтесь на канал. Всем пока.